Уже в конце сентября променад набережной Спортивной гавани от улицы Пограничной до фонтана откроют для жителей и гостей дальневосточной столицы. А реконструкцию территории в рамках второго этапа полностью завершат до конца года. На данный момент работа ведется по многим направлениям, порядка 8 захватов на стройплощадке. Мы работаем сейчас над тем, чтобы открыть променад к сентябрю для горожан со стороны Фокина с выходом на юбилейный пляж и на пляж рядом с спортивным комплексом «Олимпиец». Вот это сейчас основной фокус работ, чтобы запустить все основные пешеходные связи. На строительной площадке в среднем задействовано 10 единиц техники и 30 человек. В частности, идет устройство трибуны у моря. Также ведутся работы над променадом, которые находятся вдоль коммерции, вот здесь, если идти к стороне «Олимпийца». Вот. Также вот за мной вы можете видеть, реализуется Теренкур. Это инклюзивная пешеходная связь, которая позволит в будущем с улицы Набережной спускаться на набережную Спортивной гавани, в том числе и на инвалидной коляске, и с коляской в руках, потому что улица Пограничная, у нее есть ненормативный уклон, порядка 12%, это уклон недоступный для МГН, вот поэтому набережная будет еще и инклюзивной. Концепция второго этапа реконструкции набережной – создание полноценного парка у моря, где можно будет комфортно проводить время. Здесь появятся сцены, трибуны, лавочки и скамейки. Также проведут работу по озеленению. Благоустройство проводится в рамках мастер-плана развития Владивостока по инициативе главы города Константина Шестакова. Артем Белов, Диана Иванова, новости на восьмом.